Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, сегодня у нас снова Мэдаут, ребята. Мэдаут ПК-версия, меня только что сбил этот чувак, и мне кажется, он должен за это поплатиться, хотя это вроде как... А, нет, не коп. А раз это не коп, то отдай свою тачку мне, чувак. Давай-ка выметайся отсюда, мне нужна твоя тачка. Во-во, я сейчас еще вот так вот. Я хотел просто подсбить его немножечко. Но он меня вот так же сбил. Я просто стоял на дороге, он взял меня и сбил жестко. Опа! Блин. Не получилось, что хотел. Но вы поняли, да? По красоте хотел сделать. Сейчас еще разок попробуем. Ребят, у нас снова веселье, мне кажется, будет жесткое здесь. Да что ж ты будешь делать-то? Как же мне навернуть-то его? Другалёчка этого, как навернуть-то, ёлки-палки? Тихо, тихо, спокойно, спокойно. Люди, отойдите лучше. О, согрелся, отлично. Чё тут за гоп-район такой? Ну ты зря это, другалёк, зря, конечно. О, ля, какая ведьма идёт. Так, уже копы, что ли, за мной? Хватит, хватит, ребята, вы чё? Вы чё, хорош, хорош. Кого, хорош, вы чё? Хватит. Успокойтесь, ребят. Вы меня в жизни не догоните. Согласитесь, они меня в жизни просто не догонят. Так, ну чё, поехали. Давай. Ох, тут ствол был и аптечка. Ну ладно, у меня всё это есть пока. Так, предлагаю дать им... Так, а что это такое у меня с тачкой-то? Они расстреляли, что ли, так жестко мою машину? Чувак! Алло, ты чё? Ты чё на своей 200-ке, а? Ну, ё-моё, ну куда ж ты? Стой. Ну, а что вы думали, ребят? Это бандитские времена, бандитская тачка. Он как хотел? На 200-ке ездить и... Всякое же может случиться. Вот, видите, полицейские уже атакуют. Из-за того, что на 200-ке ездил, конечно. У нас, кстати, все еще одна звезда. Это как-то несерьезно. Надо срочно увеличить это количество, потому что 200-точка позволяет уходить от любых погонь, мне кажется. Сейчас мы... Он, видите, заприметил копа и еду его наказывать просто. У меня с ними старые счеты. Как бы я так-то нормально отношусь, просто они меня здесь жестко щемили, поэтому я... Я буду щемить их. Давай. Давай, раз на раз. Вот так вот. Вот так вот. Number three. Все, сел в тачку. Ну пока вообще easy просто. Все слишком просто. Все просто слишком просто. А ну, здравствуйте. Здравствуйте, офицер. Вы как там? Все нормально, офицер? Офицер, по-моему, вы упали. Ага, сейчас. Ты чё? Дверь, главное, открыл мне, да? Наглец такой. О, еще один. Хватит. Алло, вы чё делаете-то? О! УАЗик полицейский. На! Привет. Садись, подвезу. Садись, быстрее, там едут копы. Садись. Не получилось, хотел познакомиться, не вышло. Чё, они ушатались там вообще жестко. Так, а я пока вот сюда вот ухожу. Думаю, что смогу таким образом вообще сейчас на изи просто уехать. Пока нету, ну вообще нету никакой активности от них. О, бежит. Активность бежала. Так, ну все, нет, тачку-то подбили, конечно, мне. Тут и разговаривать нечего, тачку подбили хорошенько. Я думал, что, ну, крузак покрепче будет. На! Будем сейчас биться. О, не понял, а вот, будем биться. Это кто такой? Это что за коп такой? Это что за коп такой новый? Нарядный какой-то. Так, у меня УЗИ кончился, остался лишь калаш.
Так, так, так. А ну, отставить. Милиция, ребята, милиция, полиция. Развороты. Попёр. На! Вообще жесть просто, да? Угнал полицейскую машину и ухожу от погони. Тихо. Ах ты, цепанули! Ёлки-палки, цепанули прям меня. Мне вот это не нравится. Спокойствие, ребятки, спокойно надо быть. Слушайте, он... Милиция, все. Оп! Так, тихо, не разбиться. Что-то на улицах вообще не многолюдно, так сказать. Ух, ничего себе он мне. Ну это-то все, это кровная месть сейчас будет. Не стреляй. Эй, куда ты собрался-то, алло? Все, он, видите, испугался, убежал. Че, еще есть тут кто-то? Разворот и атака номер 2. Бам! Бам! Ох ты! Нормально нашпиговали, кстати. Извини, девушка, я не хотел. Так вышло. Ты попала случайно под атаку просто. Так, ну пока все слишком просто. Опа! Так, надо вылезать уже, потому что тут от машины ничего не осталось. А ну иди сюда! Так, берем УАЗик. Не то чтобы УАЗик должен быть крепкий, но просто берем УАЗик. Так, я пока жив еще, но я почти умираю. Так, надо что-то делать, ребят, надо что-то... Ох, полицейский гелик тут. Полицейский гелик, вот бы мне его. У меня все, тут, видите, жизни практически нету. Мне срочно нужна какая-нибудь аптечка. Надо где-то подлечиться. Тут вообще негде подлечиться мне просто. Надо было у того копа на аптечку, так сказать, разгрузить. Сейчас так и сделаем. О, вот он. Вот он, другалек. На! Аптечку дай. Нет, не получилось. Надо скорости побольше. Ну же. Сейчас кого-нибудь мы... Найдем сейчас кого-нибудь бегущего навстречу. О, ночь уже настала, елки-палки. А мы все еще... Блин, у этого чувака нет аптечки, наверное. Срочно аптечка нужна прям, потому что, видите, жизни все меньше и меньше. Они прям прессуют меня. И машины нет никакой другой. Я прям жестко палюсь с этой тачкой. Мне нужна какая-то новая. Новые колеса нужны. Во! Едут новые колеса. Тормози, друг. Друг, тормози, мне нужна твоя одежда. То есть машина. Во, он уже дверь даже открыл. Он понимает все сразу. Он как бы сам все понял. Такой типа, ну ладно, бери. У меня шохер хороший такой. Без этих, без бамперов, без номеров, чисто. У него угнанная машина, походу. Ну а почему у него нет тогда номеров и бамперов? Угнанная тачка, по-любому. Смотрите, я скрылся, по-моему, от погони. Я скрылся от погони. Шикардос просто. Теперь можно суету наводить. Все. Ох, откуда они с неба падают, люди? Тут люди с неба падают, помогите, что происходит? Ребят, надо все-таки мне, наверное, переходить на мобильную версию этой игры. Чуть не сказал мотор депота. Медаута. На мобильную версию. И, наверное, в одной из следующих видосов я это сделаю. Потому что вы много говорили, что она типа лучше, там ПК уже не поддерживается. Ну просто как-то обидно, что я ее типа покупал, и вдруг она не поддерживается. Наверное, покупал. Может, и не покупал, не помню. Но она в Стиме у меня как бы есть. Эх ты, цепанул другалька. Нет, ну шестерка такая прям, да? Бодрая. Мне нравится, реально, прям классно. И едет хорошо, и выглядит круто. Ну чё, на заправочку и...
И здесь оставим ее сейчас вот сюда за заправку. Все, ушел от погони, машину скинул. Оставим ее здесь. Ну и в принципе больше-то и не надо нам ничего, правильно? О, давай. Не могу дальше запрыгнуть. Хотел еще туда, наверх прям запрыгнуть совсем. Чтобы сверху наблюдать, что там происходит. Ну все, ребят, что, на этом серию будем заканчивать. Вот такая вот сегодня у нас получилась лютая, быстрая, мощная полицейская погоня. Если понравилось, ставьте лайк. Подпишитесь на канал. Что за звуки такие здесь? Что за звуки? Вы слышите, что за звуки? Какие-то нездоровые звуки вообще. Вроде пропали. Короче, ребят, все, на этом будем заканчивать. Спасибо за внимание. Всем пока.